В детском технопарке «Кванториум» состоялась региональная олимпиада по 3D-технологиям. В ней приняли участие более 60 школьников со всей республики. Соревнование проходило по трем направлениям – научно-техническое творчество, художественное творчество и компьютерное 3D-моделирование. Тематика заданий была посвящена 72-й годовщине Великой Победы. К выходным синоптики обещают повышение температуры, а это значит, что многие жители республики выберутся на природу. И самая распространенная для них опасность по весне – это клещи. Их боятся, от них пытаются защититься, о них много говорят, но мало знают. Сегодня мы попробуем рассеять самые распространенные мифы о клещах.